командам ничего не мешает. Енисея свой коридор отыгрывает. Бамбри. Дальше идет атака Енисея. Продолжается. Сохраняют красноярцы мяч и теряют его. Но очень неудачный удар. И первая попытка может быть. Да. Безобразно стоит бить. А разбегается удар. И забивает командам. Отыгрывают. Панасенко в воздухе уверенно играет. Приземляется на землю. Идет небольшое давление. Давление идет со стороны ВВА Подмосковья. Давит. Хорошо идут. Хорошо руководит своей схваткой Александр Янюшкин. Мяч сохраняет ВВА. Сохраняет пока. И нарушают правила. Емушкин. Разбегается Илья. И попадает от ВВА Подмосковья. Райан Бамбри бьет. И забивает Райан Бамбри. Бьет. Классный удар Бамбри. Ничего не скажешь. 13-6. Чуть попозже, пока Райан Бамбри бьет. Хорош Бамбри. Ничего не скажешь. Великолепный поворотом. Бьет Райан Бамбри. И забивает. Он наберет 12 очко своей команды в матче. Бьет Демушкин. Точный штраф. Вводит мяч. Пытается Енисея развернуть. Не получается. Янюшкин. Демушкин. Бабаев Михаил. Уходит Бабаев. Захватывает его. Сохраняет Бабаев мяч. Михаил хорошо сыграл. Романов. Поддержка. Поддержка есть. Мяч останется у ВВА Подмосковья. Отбивают своего партнера. Кушнарев получает мяч. На нем висит игрок. Падает Кирилл. Сохраняет мяч. Дальше Янюшкин. Кукишев. Сам Кукишев. Денис здорово играет. Ой, как Кукишев. Маленький Кукишев проскочил между мощных игроков Енисей СТМ. Классный проход Дениса. Сохраняет мяч Монинцы. Удар на подачу. О, здорово. Коршунов играет. Скидывает мяч. Тимир Булатову. Разбегается Илья. Бьет. Блестящий удар Демушкина. Ногой. И вот теперь только Юрий Баранов вешает свечку. Янюшкин ловит. Сам Саша пойдет. Уйдет. Саша хорош. Янюшкин идет, проходит несколько человек, сохраняет мяч. Четвертых мяч дошел. Ильенко дальше, Баранов сам, здорово идет. Посмотрите, что делает Юрий Баранов, капитан Енисея. Объявление диктора. Ушел еще и Серков Николай. Вместо него вышел, я подозреваю, что Павел Бутенко. А тем временем Енисей кладет попытку. Тем временем Райан разбегается, бьет.